рубрика «Бытовые ремонты». Всем здравствуйте, добрый день, добрый вечер, может, доброй ночи у кого, кто смотрит это видео на ночь, да, или ночью не спит. В общем, речь в этом видео пойдет о заточке вот ножей роторной, да? Нет, это не роторная, как она называется. Ну, в общем, где ножи крутятся по кругу. В общем, вот такой вот. Ну да, роторная. Да? Ну, напишите, может, кто-то лучше знает. Да я тоже знаю, просто забыл, не пишите там всяких нехороших слов. В общем, сегодня будем точить вот эти вот подвижные ножи. Ну, не точить, править, они вроде как я их затачивал, но их все равно надо поправить. У меня не было чем это сделать, а так купил я точилку и с ней еще купил много камней, и вот один из них 3000. Вот я не знаю, может быть, сперва так на 1000 камне все это сделать или на 1500, а потом уже перейти к 3000. Да, наверное, сделаю сперва на 1500, все поправлю еще раз, и потом уже доведу на 3000. Так, вот, 1500. Так, значит, что сделаем? Главное, ножи эти, которые подвижные, вставить в ту же сетку. Ну, не сетку, это считается как тоже нож, но неподвижно. В общем, я голову вот эту новую заказывал вот с этими новыми сетками из Китая. Она довольно хорошая, хорошего качества. Вот, но ножи, конечно, в ней не ахти. Вот. Но эти ножи, которые в ней стоят подвижные, они с оригинальной. Оригинальные это ножи. Я как-то брал набор. Очень дорого, ну, очень давно. Набор. В общем, там было 3 сетки и 3 вот таких ножа. Ладно, дело не в этом. Бреет она, конечно, посредственно, бреет, но очень плохо. Был видос. Короче, я купил новую бритву. Вот такую вот. Philips Series 1000. Вот, здесь всего лишь одна бреющая вот этот вот круглое кольцо. Одно, ну, на всех 3 ножах. По одной. Вот оно бреет лучше, чем сейчас вот эти 3. Вот. Ну, чтоб это не валялось без дела, я его как бы отремонтировал. У меня вот сломался приводной вал, но я его заклеил. Вроде он все держится, работает хорошо. Вот, все. Все это функционирует. Вот, правда, она лежит уже, наверное, полгода без дела, я ее зарядил полностью, и вот видите, у нее уже одно деление, короче, осталось. Но аккумулятор еще тут и больше 10 лет, наверное. Аккумулятор еще держит, ого, нормально. На, короче, на 5-7 раз хватает побриться. Ну, если волосы сильно не отращивать. Ладно, как будто, может, мне нравится эта болтовня, но все равно давайте сперва примерим. Да, нам ширины хватает этого бруска. И давайте начнем без всяких смазок, без воды, без всего, просто 1500. Вот так вот мы будем потихонечку водить. Немножко прокручивая, и вот так вот не давить на брусок, ну, соответственно, вот этим ножом, а слегка только вот так вот водить, его прокручивать по часовой, против часовой, и вот так вот потихонечку водить и, так сказать, править режущую кромку ножа. Почему водить?
Потому что равномерно двумя пальцами у вас, ну и у меня тоже, конечно, не получится. То есть, если вот я, допустим, его взял так, у меня вот будет идти давление только на эту вот и на эту часть. Это, ну, физика, как ни крути, все равно там сопротивление материалов дает, как сказать, свои нюансы. Поэтому лучше менять положение там через каждые 2-3 секунды, чтобы это все затачивалось более равномерно. Сейчас я повожу немножко, в общем, на 1500 камешки, а уже потом перейдем на 3000. Раньше, кто если не видел, расскажу. Я их правил, точил, сделал себе точилку из жесткого диска. Не знаю, если не забуду, оставлю ссылки или в закрывающихся окнах на это видео. А если забуду, кому интересно, в комментариях напишите, я добавлю. Вот. И там, по-моему, 180-ку, что ли, я клеил. Или 320-ю, не помню, какую наждачку я клеил на него. Ну, конечно, сделал немножко неправильно, она у меня получилась неровная, так как клея было очень много, и он высох, и все равно там какие-никакие бугры были. Вот, я точил на нем. Вот. Ну, конечно, это дало какой-то результат, но он был, конечно, мягко говоря, не очень. Да, после этого, конечно, она стала чуть лучше, ножи стали чуть лучше брить. Но это все равно было не то, как они были с новья, да, допустим. Как вот я новый комплект ножей купил с сетками. Ну, то есть сетки, я имею в виду вот эти вот неподвижные ножи. Так, ну, все. Вроде все вон заблестели. Все вот эти поверхности, которые у нас режут. Давайте теперь 3000 камушек. И давайте поработаем на нем. Так сказать, шлифанем результат. Тоже так же сильно не давим. Ну и вот так вот, собственно говоря, все три штучки надо будет сделать. Конечно, я на видео все три не буду показывать, да, вот показываю просто вот как на одном. Так, посмотрим. Ну да, стали блестеть еще лучше, как прям алмазы на свету. Сейчас я вам покажу, не знаю, камера передаст, не передаст этот блеск. Конечно, лучше бы камешек был побольше, хотя бы площадь у него в два раза была, чтобы амплитуда была, конечно, побольше, а не вот так вот мучиться тут вот на этом маленьком. Но что есть, то есть уж. Ну вот. Результат. Вот они блестят. Так, ну все. Кладу ее вот в эту же. Ну, оттуда, откуда взял. Вот. Как бы он здесь у нас уже он приработался. Достаю следующий. Беру 1500 и продолжаю еще так две штуки. Потом вернусь и уже будем тестить. Ну все, я закончил. Сейчас собираем это все хозяйство. И будем тестить. Так, главное, чтобы сейчас эти острые ножи не зацепились у нас за расстояние, которое есть между сетками. У меня уже такое было. И не вырвали нафиг. Так. Вот этого я боюсь больше всех. Или, допустим, если вот в этом месте зацепится, может опять отломиться кусочек. Ну, включаем. Нет, работает. Сейчас немного
пусть они покрутятся к этим плоскостям, пускай притрутся. Сейчас я вот так вот немножко понажимаю. Вот. Чтобы не было никаких этих... Ой, вот о чем я и говорил. Какой-то зацепился. А, и у нас сел аккумулятор. Какая-то собака зацепилась. Ага, вот это вот. Так, ничего не повредило? Вроде нет. Вот я о чем и говорю. Надо их вот к этим поверхностям тоже притирать. Вот она, чтоб не цепляла, блин. Я этого не делал. О, это вообще клинит. Что-то тут. Дайте-ка я посмотрю. Что-то тут пошло не так. Так, где у нас? Давайте проверим. Да нет, вроде. Вроде все нормально. А что ж тогда зацепило? Что цепляет? Да вроде ничего. Так. Здесь тоже ничего не видно. Но, блин, она очень сильно цепляет, и это очень опасно. Не хочет она больше крутиться. Вот в этом месте где-то цепляет. Что делать? Так оставлять, конечно, нельзя. Не знаю, вот так я его делаю. Хуже или лучше будет. Но я вижу, на камне остаются следы от того, что я снимаю металл с ножа. Так, пробуем еще раз. О, нет, все равно цепляет. Блин, это плохо. Это очень плохо. Крайняя мера, давайте попробуем этот нож вот в этой сетке. Да, дело в ноже. Здесь он крутится нормально. Так, а в этой сетке? А в этой сетке цепляет. То есть у нас проблема стала с ножом. Сейчас попробую в другую сторону его прокрутить. Может, какие-то заусенцы, я не знаю. В общем, сейчас разберусь с этой проблемой и тогда уже вернусь. Так, значит, все. Притер, разобрал, все вроде не клинит. Заодно подзарядил аккумулятор. Давайте вставлять и пробовать. Ну, думаю, все будет хорошо. О, как они шуметь стали. Она вообще-то тихо работала. Давайте еще раз попробуем. Не будет ли ловить клина? Вот так вот понажимаем немножко. Пусть они притрутся. Ну, вроде все хорошо. Ну, погнали, попробуем побриться. Вот, значит, в таком ракурсе будет. У меня есть небольшая щетина. Так, сейчас контровой свет уберу. О. Ну что, поехали. Посмотрим, как она будет брить. Ну, я сразу пойму, лучше она брить стала. Не стала ли она лучше брить, или хуже еще стала. Пробуем. Так, у нас... Ох, ничего себе. У нас сломалась еще одна голова. Ну, то есть еще один приводной вал. Уже другой. Не тот, который клеил. Вот
вот, в общем, вот, видите, обломался, а нет, вот, обломался, не выдержал такого напряжения. Так, ну ладно, у меня вроде еще оставался суперклей. Блин, его тут вообще в ноже, короче, заклинило. О, вот видите, поломка. Блин, что значит, плохо притер, что ли, или что? Довольно печально. В общем, наверное, я поищу, не знаю, на Авито или на Юле, где там продаются старые бритвы, там, может быть, кто-то продает, может, на запчасти, вот с такими приводными валами. Я сейчас попробую подклеить, вот, придется искать, покупать. А, ну да, да-да-да, почему-то клинить стало снова, подклинивает. Так, блин, вот в одном месте где-то подклинивает. Черт возьми. Не знаю, напишите, у кого, если такие проблемы были, как вы с ними боролись. Я вот так вот в обратную сторону кручу. И вроде клин проходит. То есть они притираются там. Не знаю, уж меняют геометрию ножи или не меняют, но вроде как помогают. Ну ладно, я пошел клеить эту штучку. Вроде так-то держится, вроде. Вот это вот тоже сломано. Вот это вот заклеено, держится. Даже два или три раза клеил. Посмотрим, что будет на этот раз. Так, сейчас дубль два. Заклеил я, в общем, эту штуку. Давайте пробовать. Боюсь, блин, потихонечку сперва будем. Короче, не выдержала. Ладно, пойду клеить еще раз. Так, в общем, провалился мой эксперимент. В общем, не это самое, ну, не получилось. Не клеится она больше. Все, короче. Ладно, как найду, в общем, эти приводные валы новые, вот эти вот. Так, в общем, запишу новое видео. Ну, а так, вроде, да, если не опасаться то, что они сломаются, вот эти вот, если не будут клинить, то вроде бреет. Конечно, не могу сказать, как оно стало лучше или нет, но по ощущениям бреет хорошо пока. Вот. Ну, все на этом пока. Вот такое вот неудачное видео получилось. Но все равно вы его увидите, чтобы, так сказать, учиться на чужих ошибках. Вот. Все, давайте, всем удачи, всем пока, будьте осторожны. Скоро увидимся.